Это действительно грандиозный праздник. Буйство красок, от цветов, овощей, фруктов не могут затмить сияние улыбок пенсионеров. В прошлом году дары осени проходили онлайн, а значит, не было встречи и нельзя было воочию показать свой урожай. Ветеран «Уральнефтегаза» Людмила Ложева с гордостью демонстрирует дыню, что удалось вырастить в Сибири. И вьетнамская дыня – подарок дедушки Хо Ши Мина. Это съедобное, очень сладкое и вкусное. Это вырастила я сама на даче. Ну, я где-то в апреле посадила высадка, а потом в тепличку. И все как огурцы. Вместе с перцевой в тепличке сидела. И до сих пор она у меня еще зелененькая, а сейчас эти уже спелые. Видите, лопнула. Яркие композиции, овощи-великаны, необычные культуры для севера. Каждая команда креативно подошла к оформлению своих столов, сделав конкурс настоящим праздником. От всей души вас поздравляю с праздником, с Днем нефтяника. Поздравляю вас с праздником, с Днем урожая. С удовольствием сейчас пройдусь по вашим столам, ознакомлюсь, что же у вас такое в этом году необычное выросло. Самое главное, желаю вам всем прекрасного настроения. Вот так улыбайтесь, вот как вы сейчас улыбаетесь, всегда так улыбайтесь. Кто же признан лучшим? Расскажем в одном из выпусков. Елена Шамшаева, Александр Кашкин. Специально для новостей.